Скажите, пожалуйста, какие жители? Назовите хоть одну фамилию. Я обращаюсь ко всем журналистам. Назовите хоть одну фамилию. Если это говорит аноним, то я даже могу сказать, кто это. Каждое утро я получаю из Челны. Я вам могу показать смс-ки. Каждое утро я получаю смс-ку. Сколько вызовов было за сутки в Челне? Так, пожалуйста. Прошлая неделя. 17 число. Днем роженица госпитализирована, других вызовов не было. 18 число вызовов не было. 19 число. За сутки 4 вызова обслужены своевременно. Так, сегодня, доброе утро, 5 вызовов обслужены своевременно. Но скажите, пожалуйста, вот у нас 63 подведомственных министерства учреждения. У каждого из них есть много территориально обособленных объектов. Если каждый объект будет вот так контролироваться, то, наверное, мне больше нечем будет заниматься. Я буду только получать смс-ки и регистрировать, сколько вызовов было в Челне. Катастрофы в Челне не произошло. Там работает амбулатория. Работает 5 врачей. По ночам дежурит бригада скорой помощи. Даже если это доктор или фельдшер находится на дому, на месте находится диспетчер, который принимает все вызовы. Если одна машина уехала, повезла, предположим, пациента в Петрозаводск, тут же вызывается машина из Шуи или из Пряжи. Так было всегда и так будет всегда, потому что одна машина, она может просто... Так и было. Уехала, увезла роженицу, предположим, в Петрозаводск. В это время случился, там, я не знаю, гипертонический криз у кого-то. Кто-то должен приехать. Значит, приедет машина из Шуи, где вообще врачебные бригады у нас, в отличие от того, что в Челне работало 5 фельдшеров, обслуживая 3-4 вызова в сутки. Приедет из Пряжи, приедет из Эссы. Люди без помощи не окажутся. Скорую помощь мы там не закрыли.